В подворье Трифоново-Печенского мужского монастыря состоялись рождественские чтения, посвященные Сергию Радонежскому. Мероприятие состоялось уже в третий раз. Главным итогом конференции стало подписание соглашения между Министерством образования и митрополией на следующий год. Рождественские чтения ежегодно собирают церковных деятелей, педагогов и общественников со всей области. Главная тема в этом году – Сергий Радонежский. Иеромонах Тарасий выступает с докладом о роли преподобного в монашеской традиции. В следующем году 700 лет со дня его рождения. 700 лет мы будем отмечать. И преподобный Сергий – это игумен земли русской. Это образец нравственного, духовного поведения для нас, именно живой образец, а не мертвый, тот, который привнесен в нам, к нам извне, а именно тот образец, который проистекает из наших корней, из именно нашей духовности, православной духовности. И очень близок к нашему народу. На чтениях присутствует как высшее церковное руководство, владыка Симон, так и представители правительства. Каждый год по итогам заключается соглашение о совместном плане действий, о мерах по духовно-нравственному воспитанию и продолжении практики уроков православия в школах. Вот этот курс, который мы изучаем во всех образовательных учреждениях Мурманской области, он представляет достаточный интерес именно в плане вот этого модуля, по которому имеются сегодня серьезные наработки и методические, и содержательные. Мы делаем одно очень важное дело сегодня современному ребенку. Главное, нужно научить его быть терпимым, уметь прийти на помощь, принимать решения и нести ответственность за принятые решения. По мнению представителей власти и церкви, дисциплина «Основы православия» в школьном расписании способствует развитию учеников толерантного отношения.